Олег Григорьевич, скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что данная тема сейчас более чем актуальна, и почему на данный момент войти в бизнес нужно именно сейчас? Так, у меня к вам вопрос. Почему тема, связанная с экономией топлива в условиях кризиса, почему тема, связанная с очищением окружающей среды, воздуха от вредных, ядовитых, убивающих детей, стариков и вообще всех людей ядовитыми газами в атмосфере от выбросов автомобилей, почему эти темы сегодня так актуальны? Как вы думаете? Почему сегодня надо вступать в этот бизнес, когда известно, что он только начался? Вот скажите мне, почему надо вступить в этот бизнес именно сейчас, когда этим занимается из сотен миллионов людей на территории бывшего Советского Союза меньше 10-12 тысяч людей? Вот если вы ответите себе на этот вопрос, то вы поймете, что нужно принимать сейчас очень быстрые и решительные меры. Потому что вот сидит, например, человек,